Вот. Показываю, как любят наши бройлеры цыплята крапиву. Как они ее аппетитно клюют. Что мы им еще даем? Как мы их содержим? Тут несушки. Вот здесь такая удобная поилка. Пока я все еще им ставлю поилку, что они могут утонуть, если ведро, тазик какой-то им поставить. А под поилку такая тарелочка, потому что вода, они начинают брызгать, и чтобы мокроты лишней не было, вот еще тарелку подставляю. Дальше там творожок с дробленкой, потом песок, здесь вот такая большая кормушка. Там тоже дробленка и комбикорм. Как бы первый месяц, чтобы витамина хватало, добавляем им комбикорм. Ну, вот какой на птицефабрике продают, такой вроде как по составу нормальный. Сегодня ночью было 5 градусов на улице. А это помещение в сарае, но все равно им холодно. И чтобы они не мерзли, не давили друг друга, вот у нас стоит брудер. Брудер стоит, он уже довольно старенький. Вот. Уже вид у него потрепанный, конечно. И вот сначала наверху были, а потом вниз мы их спустили. Здесь такая лампа инфракрасная. Но так как дверки не было, я прикрутила пеноплекс. Просто вот на один шуруп взяла шуруповер и прикрутила. Спрашиваете, почему это я сделала? Потому что муж у меня не дома, нет его. Поэтому приходится что-то выдумывать, хитрить, мудрить.